Всем здравствуйте! Светлана Немоляева выглядит прекрасно и, что важно, естественно. В отличие от многих ровесниц, актриса никогда не злоупотребляла вмешательствами во внешность. Но, как выяснилось, одну пластическую операцию народная артистка все-таки сделала. Это случилось, когда лицо рухнуло, и даже подруга сказала Светлане, мол, надо что-то делать. Что касается лица, однажды я делала круговую подтяжку. Много лет назад у меня лицо рухнуло вмиг. Одна моя приятельница сказала, тебе надо что-то с ним сделать. А тогда мало кто этим занимался, но мне повезло, нашелся хирург, который очень удачно сделал операцию, я стала похожа на Любовь Петровну Орлову. Правда, предупредил, что эффект будет держаться года два. Так и получилось, рассказала Светлана Немоляева. А у нас на этом все, спасибо, что были с нами, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал, всем пока, пока. Thank you.